to be able to provide the, if you like, the dynamism and the penetration to running behind. To give it away like LaMarchand has there, plenty of red shirts, plenty of options. Pogba at the heart of it, he usually is these days. And Sarri back there. Should have been alone, Martial. He was so close to goal, particularly with him on his right foot. He could just cut in and set it out into that far corner. Подбор за Фулхаму. Удар поворотом. И был рикошет. Ну что ж, угловой — это еще один шанс для хозяев. Сам Сири отправляется подавать. Вообще очень значительно. With Chris Smalling in central midfield losing that header, and from that moment on the Manchester United back four were getting pulled all over the place. He does actually well, Chris Smalling, in the middle to really be body to body against Mitrovic. Absolutely right, Adoy doesn't want to go and confront. You can see him backing off again. Pogba's kept himself onside, and what a finish! What a finish that is by Paul Pogba! Just unstoppable at the moment. Well, it's incredible from Pogba. Not sure how it's got past the goalkeeper at the near post, but Martial's been causing problems. Watch Adoy, he's not up with play as it breaks towards Mitrovic. Wants it, he's not going to get it. Another glorious chance, which is squandered by Luciano Vieta. What a chance. They've got in a little bit of a trouble defensively, Fulham, by giving away that free kick, but they sprung so... Chambers looking to float it on the breeze for Adoy. Oh, looked a shove in the back of Martial, and Paul Tierney eventually gives the free kick. Did well, Martial. Основные деньги были сделаны достаточно. И вот здесь сейчас счет мог стать 3-0 вместо этого угловой. Марсиаль недоволен собой, недоволен партнерами, ну а Ромелу Лукаку чуть-чуть не хватило для того, чтобы добраться до этого мяча. Стоп, смотрите, атака примерно из той же зоны. Ну, сейчас все это размылось. Сейчас это далеко не ключевые персонали в команде, если в принципе в нынешнем Фулхэме легко можно выделить ключевые персонали. С непостроенной, не поставленной игрой, а поставить игру Клаудио Раньери команде так и не может. Здесь играл, сказал Оле Гуннар Сульшер. А сейчас его команда атакует. Марсиаль 2-0! 23-я минута, и второй гол забивает Манчестер Юнайтед. Еще один провал обороны Фулхэма. И кто теперь вспомнит, как промахивался Лусиано Виета на первой минуте? Кто теперь вспомнит, как не попадал в створ? Опаснейший момент мог быть. И по-прежнему еще может быть. Удар Джонса. Здравствуйте, новый контракт. Ух, приложился от души. Тут уже Серхио Рик включился в дело. По-моему, он коснулся мяча, нет? Встреч впереди у Манчестер Юнайтед в феврале. Давайте досмотрим этот эпизод. Ух ты! Положение вне игры. А кто-то уж, наверное, подумал, что это пенальти. Но подкат-то был чистый со стороны Максима Лемарчана. Великолепный подкат. А офсайд действительно был. Сегодня уже проиграл. Посмотрим, что будет сейчас. Близок был Серхио Рико к тому, чтобы в какой-то степени реабилитироваться. Ну и в частности, спасти свою команду в этом эпизоде. Не получилось. Погба пробил блестяще. Крайне трудно было взять это. У многих сложилось бы иначе. Кто-то пошел бы в паб, кто-то посвятил бы время семье. Ну а Сульшер отправился в Лион. Дехеа забирает мяч. Ну вот, наконец, дело дошло до удара в случае с Александром Дмитровичем.